Останнім часом з'явилася певна напруга на міжбанківському валютному ринку. Вона пов'язана з поєднанням ряду внутрішніх та зовнішніх факторів. Зараз немає підстав стверджувати, що це довгостроковий тренд. Ми впевнені, що найближчим часом короткостроковий надлишковий попит на валюту знизиться. Ринок почне працювати в більш вузькому коридорі курсових коливань. Те, як скоро це відбудеться, залежить в тому числі і від наших з вами спільних дій. Всі ми, Національний банк, банківська система, кредитори і вкладники банків знаходимося в одному човні. І всі ми зацікавлені в стабільному фінансовому секторі. Ми не вперше переживаємо схожі події і завжди виходили з цих подій достойно. Сподіваюся, що нинішня ситуація не є виключенням. Надмірна реакція на будь-які ринкові події на ринку лише на руку спекулянтам. Не варто піддаватися впливу. Тому саме сьогодні Національний банк України посилює моніторинг, контроль над динамікою ринку з метою зниження спекулятивного попиту. Саме сьогодні Національним банком впроваджуються тимчасові правила, які повинні стабілізувати валютний ринок. Перш за все, ці правила спрямовані на посилення контролю і прозорості міжбанківських операцій юридичних осіб. Сьогодні про ці правила ми будемо говорити з банками. Ми вже зараз очікуємо і відчуваємо перші позитивні ознаки ринку. У разі поліпшення ситуації ці тимчасові заходи будуть скасовані. Як і завжди, Національний банк України залишається активним учасником валютного ринку з метою виконання своєї основної функції. Останні роки банківська система накопичувала достатній досвід та міцність, а Національний банк має достатній інструментарій для врегулювання короткострокових нестабільностей на ринку. Підтримка банківської системи, їх професійний підхід тільки посилює нашу впевненість у завтрашньому дні. Дякую вам за увагу. Все постановления, которые приняты, все действия, которые были осуществлены, они все имеют временный характер. Мы подчеркиваем, что по мере стабилизации ситуации мы будем их сразу же отменять. То есть мы рассчитываем, что та ситуация, которая сегодня есть, она имеет все-таки краткосрочный тренд, она не будет иметь длинного периода. И именно эти меры, не всегда они, конечно, приятны, они административные, они позволят справиться с ситуацией и нормализовать доверие к банковской системе, в первую очередь к банковской системе. Почему мы это сделали сейчас, наверное, нужно тоже пояснить. Вы видели, мы работали на рынке, разные комментарии были, разные. Мы тоже все читаем, смотрим, как идут комментарии, как воспринимал рынок. Мы пытались проводить свою политику классическими методами, то есть мы выходили на рынок своим присутствием, показывая, что мы на рынке, мы проводили массированные интервенции, то есть опять то, что мы делали всегда, когда такие бывают пиковые ситуации. Но понимая, что этого недостаточно, мы предприняли такие шаги, которые бы вчера мы приняли, было решение правления, мы приняли два постановления. Одно из них касается поддержки банков ликвидности. Это в рамках наших чисто классических инструментов монетарной политики. Мы это рассматриваем как превентивную меру, чтобы если будут, еще раз подчеркиваю, оттоки вкладов населения. Сегодня значительного нету, такого угрожающих моментов не наблюдается. Но мы бы хотели, чтобы банки были уверены, что у нас есть в арсенале быстрый инструмент подачи ликвидности. Это будут наши классические тендера. Мы будем мониторить банковскую систему на предмет ее спокойствия. И если будет в этом необходимость, мы будем проводить быстрые тендеры. Это подача 1-2 дня ликвидности, чтобы банки могли обслуживать и свои платежи, и спокойно работать с клиентами.
Второй документ, который презентован, он более широкий и он касается более широкого спектра всех практических операций, которые проводят банки. И, в принципе, основной фокус этого документа, он сфокусирован на субъектах хозяйственной деятельности для того, чтобы... В первую очередь, они могли спокойно проводить операции, были уверены в том, что они их проведут. С другой стороны, убрать спекулятивные, возможное спекулятивное давление и не дать возможности раскачивать рынок, подогревая определенные какие-то настроения, чем будоража работу финансовой системы.